Иван Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю признания независимости Республики Южной Осетии Российской Федерации. Мужество и героизм осетинского народа, проявленные в период вооруженной борьбы с внешним агрессором, способствовали становлению Южной Осетии в качестве современного суверенного государства. Сегодня российско-югосетские отношения, союзничество и интеграция оказывают благотворное влияние на политическую стабильность и экономический рост в регионе. Самобытность Южной Осетии, ее традиции и духовные устои воспринимаются в России как часть общего исторического наследия. Готовы продолжать всестороннее содействие республике в укреплении ее государственности и поступательном развитии. Желаю вам, уважаемый Алан Эдуардович, здоровья и новых достижений, а всем вашим соотечественникам мира и благополучия. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.